Отец, я принес нам честь и славу. Ваше Величество, вы обещали, что я смогу выбрать любое из сокровищ Магараджи. Я выбираю этот кинжал. Ну, ты же не можешь отнять у него трофея его первой битвы. Ты можешь выбрать из остальных сокровищ Магараджи. За исключением этих песочных часов. Они станут замечательным подарком султану Азада. И за исключением этих экзотических животных для его зверинца. Да, этого должно быть достаточно. Я хочу, чтобы ни одно животное не пострадало, пока я не выбрал их. И пусть все знают, король Шахраман — милосердный победитель. Нельзя доверять человеку, предавшему своего повелителя. И нельзя брать его к себе на службу, он может предать и вас. Я познал мудрость этого изречения на себе в тот день, когда мы прибыли в Азад в качестве почетных гостей султана. Друг мой, твой визит — великая радость и честь для меня. Если бы только ты дал мне время подготовить соответствующий прием. Сокровища Азада известны во всем мире. И... Но лучше еще впереди. Я дарю тебе песок времени. Да будет дружба между нашими королевствами столь же долгой, как само время. Песок. А почему он светится? Я могу сказать вам, внутри этих песочных часов находятся сокровища, подобных которым не видела еще ни одна живая душа. Только кинжал может открыть песок времени, и он принадлежит человеку более великому, чем я. Юному принцу, который более дорог своему отцу, чем все богатства Индии. Возможно, он сделает одолжение. Нет. Нет! Остановись! Это так и должно быть? Отец! Дай мне кинжал! Нет! Ты выпустил песок времени. Я могу исправить то, что ты наделал. Дай его сюда, немедленно. Когда я сбивал их с ног, они поднимались, чтобы сражаться опять. Я скоро понял, что забирая при помощи моего собственного кинжала песок, что питает их, я могу освободить их от этого состояния живых мертвецов. Давай, прикончи его!
и я начну свою историю отсюда в следующий раз. Ты думаешь, я выжил из ума? Я вижу это по твоим глазам. Ты считаешь мою историю невозможной. Возможно, я действительно безумен. А кто бы не сошел с ума от ужасов, что мне пришлось пережить? Уверяю тебя, каждое мое слово – правда. Подожди! Стой! Я не причиню тебе вреда! Комнаты для гостей, где мой отец, наши придворные и я должны были пережидать холод и мрак ночи. Песок времени пронесся и здесь, украв жизни тепло у всего, к чему прикасался. И я, вызвавший этот катаклизм, был пощажен. Были ли еще подобные мне, кто остался в живых и скрывался в руинах? Похоже, что нет. Действительно ли я видел ее? Или мои чувства обманули меня, не выдержав всего этого невыносимого ужаса и... То чудо, что случайно произошло со мной в сокровищнице Магараджи. Теперь я обнаружил, что могу воспроизводить его по собственному желанию. Нажимая переключатель на рукоятке кинжала, и я могу поворачивать время вспять.
и я начну свою историю отсюда в следующий раз.